Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 12 уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Forms. И прежде чем мы приступим к теме урока, я немного скажу о элементах, которые я пропускаю, о которых я не буду говорить. У нас в прошлом уроке был, мы разбирали инструмент ползунок, следующий на очереди идет карта Google. В чем здесь смысл? Здесь нужно получить IP-кей, и урок об этом я не делаю, потому что аналогичный абсолютно урок, такие же настройки я дал в серии уроков про Gridbox. Об этом вы можете найти мой плейлист на YouTube и посмотреть, если вы не понимаете, как сюда подключить карту. То есть, да, мы можем прямо в форму повесить карту Google. А дальше, не понимаю разницу, вот адрес, если мы берем, здесь идет то же самое, получение ключа. Поэтому тоже пропускаем. Тоже просит адрес IP-кей Google. И заодно скажу несколько слов о интеграции. Здесь есть такая кнопочка, если вы ее заметили в правом верхнем углу, если мы сюда кликнем. Здесь два элемента. То же самое Google Maps, Google карты. Если кликнем, нас выкидывает на то же самое окно получения IP-ключа. И есть еще подключение к mail-рассылке. Также я это опускаю подробности, потому что это заграничная mail-рассылка, я ей не пользовался. То есть это больше направлено не на русскоязычную аудиторию. То есть здесь было бы идеально, например, повесить интеграцию с сервисом Smart Responder. То есть это уже русскоязычная система рассылки писем. Но на сегодняшний день известно, что сервис Smart Responder закрывается совсем. Поэтому мы его тоже так же не рассматриваем. То есть для нас это кнопка, она бесполезна, по сути. И вот как раз-таки переходим к теме урока изображения. Давайте перенесем. То есть, если это нужно где-то, мы можем разместить прямо в форму любое наше изображение. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переместили, кликнули по нему один раз левой кнопкой мыши, чтобы справа у нас отображались настройки данного элемента. Первое, выбрать изображение. Давайте выберем какое-то изображение. Ну, я беру, например, какую-нибудь картиночку, вставить, и тут же она у нас здесь в режиме редактирования отображается. Что можно сделать еще? Отцентровать слева по центру справа. Ширина в процентах, вот, например, делаем 50, вы видите, картиночка уменьшается. Это если нужно нам как-то уменьшить размер. И вот она по центру, да? Альтернативный текст какой-то для изображения можно писать. А дальше мы можем включить всплывающее окно. Сейчас посмотрим, как это работает. И цвет слоя наложения всплывающего окна. То есть я, как понял, картинка будет всплывать и будет затемняться экран. И вот каким цветом он будет затемняться, мы можем посмотреть здесь. Скорее всего, это и есть. Ну и вот они все, в принципе, здесь настроечки. Да? Давайте попробуем сохраниться. Идем на сайт, обновляем страницу. Вот наша картинка. Во-первых, при наведении есть вот такой интересный эффект увеличения. И если мы кликаем, изображение всплывает. И вы видите, как сзади затемняется фиолетовый, я только что сделал затемнение, да? Теперь понятно, где это у нас отображается. Вот такой вот небольшой урок. Надеюсь, для вас он был интересен. Если так, пожалуйста, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год
можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.